Здравствуйте. Сегодня хотела вам рассказать об увлечении моего старшего сына. Ему 10 лет, и он очень любит мастерить из дерева. Он уже столько переделал вещей, и ложки, и мечи младшим вырезал, и ружья, и стрелы с луком. Притом некоторые вещи приходится конфисковывать, потому что они работают по своему прямому назначению, как, например, стрелы. Он сделал так, что они просто замечательно втыкались в бревно. Поэтому пришлось, конечно, у него забрать, так как у нас дети есть маленькие, и удочки делал, и еще много всего-всего. А в этот раз он решил сделать игрушки для самых младших детишек. И поскольку мы на семейном образовании, то они у нас пойдут в зачет урок по технологиям. Смотрите, что получилось.